Все очень просто. Вот она типа, у нее инстинкты срабатывают, она типа убивает кролика, ну и сейчас она будет его пожирать. На то, чтобы отснять этот ролик, у меня ушло 3 часа моего личного времени и 1500 рублей на кролика. Поэтому с вас как минимум лайк и комментарий. Напишите свое мнение в комментариях, а не мне в личку, как вы обычно это делаете. Вот. И обратите внимание, в самом начале, когда она типа задушила кролика, она сейчас ищет голову кролика, чтобы начать заглатывать, и находит ее с трудом. Это именно потому, что змея домашняя, а не дикая. В природе бы она давно бы уже ее зажрала. И в этом нет ничего ужасного, так как змеи тоже нужно кушать, как и всем живым организмам на нашей планете. И она кушает того самого кролика, которого вырастили на ферме. На ферме для того, чтобы его съели люди. И какая вам разница, кто его съест, люди, либо та же самая змея. Идея заснять это видео у меня появилась прямо во время процесса кормления. Вот, и поэтому видео получилось не особо прям таким хорошим, шикарным, отличным, мягко говоря. Вот, поэтому, кому интересно, там ниже есть видео, где я скармливаю желтку 5-килограммового кролика. Оно отснято более качественно, более лучше, чем вот это вот. Поэтому, кому интересно, спуститесь вниз и посмотрите это видео в ленте. Все, всем спасибо за просмотр. Как говорится, до новых встреч.